Вот так вживую преподаватели Высшей школы экономики не общались с абитуриентами давно, не позволяла эпидобстановка. Теперь же, когда заболеваемость COVID-19 пошла на спад, день открытых дверей решили провести очно. Первое выездное мероприятие прошло в Одинцовской лингвистической гимназии. У нас сегодня в гостях деканы, заведующие кафедр, преподаватели, студенты Высшей школы экономики. На дне открытых дверей присутствуют старшеклассники не только лингвистической гимназии, но и других школ муниципалитета. В программе работа в секциях, мастер-классы и даже викторина. 15 факультетов Высшей школы экономики, разные у всех мастер-классы. Вот, например, мы сначала расскажем о каждой нашей образовательной программе, у нас их 5. Затем проведем интерактивную игру цивилизации, она посвящена международным торговым переговорам. То есть ребята смогут примерить на себя роли политиков, экспертов, будут представлять определенную вымышленную страну. Представители вуза признаются, стать студентом Высшей школы экономики непросто. Проходной балл высокий, а бюджетных мест немного. Но для целеустремленных абитуриентов ни первое, ни второе не является препятствием. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».